Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Коноден. Записываем из совсем неподходящей для этого обстановки, но срочная новость, важная информация, которая требует освещения. Одному из авторов канала пришло письмо от мошенников, которые представляются сотрудниками службы поддержки GT Russia и обещают включить монетизацию на канале. Это фейковое письмо, которое отправляют мошенники с целью поиметь с тех, кто им поверит, в дальнейшем денег. Дальше, когда кто-либо начинает вестись на такую провокацию, они вначале пишут, что вот там все, подавайте заявку, все там будет сделано, потом начинают просить денег. У того партнера, который попал в эту ситуацию, запросили $200. И большое спасибо данному партнеру, что он уведомил о данной ситуации. Дорогие друзья, опасайтесь подобных ситуаций. В принципе, сотрудники GT Russia пишут только с официальной почты support@gtrussia.com. Также смотрите отправителя. Иногда может быть фальсифицированный адрес отправителя. Проверяйте адрес, проверяйте, через что отправлено. Если сомневаетесь, напишите сами на адрес support@gtrussia.com. Сотрудники GT Russia никогда не предлагают никакое включение монетизации на канале, никогда не предлагают какую-либо там вот такую серую непонятную схему. Здесь налицо мошенничество каких-либо третьих лиц. Если у вас есть дополнительная информация или вы сталкивались с чем-либо подобным, пожалуйста, сообщите мне об этом ВКонтакте, либо напишите на support@gtrussia.com информацию с подробностями о том, если вдруг вам такие предложения поступали. Сейчас вы можете видеть на своем экране скриншот с деталями о том, какие письма могли быть отправлены мошенниками. В общем, если у кого какая информация, пожалуйста, не стесняйтесь сообщать мне, сообщать в поддержку GT Russia. Будем все это передавать руководству GT Russia для дальнейших разбирательств. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами я, Коноден. До встречи в следующих роликах. Всем пока.